Российская певица Кристина Орбакайте перенесла свой концерт в Одессе на 28 сентября. Напомню, выступление артистки в городе было запланировано на 8 марта, но из-за угроз радикалов сорвать выступление мероприятие отменили. При этом билеты, купленные на анонсированный ранее концерт, будут действительными, сообщают организаторы тура Орбакайте. Напомним, активисты возмущены тем, что российская певица несколько раз выступала с концертами в Крыму без разрешения украинских властей. Тем временем в Москве перенос выступления певицы посчитали давлением на русскоязычное население Украины. В России намерены обратиться в Совет по правам человека при ООН и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.